общем, выбрались мы, дождались морозов. Сейчас настоящие копатели. Кусок ножа. Ух, какая находка классная. О, красавец какой. А вы не верили в успех. Теперь у меня гвоздь есть. Вот такой гвоздяра. И вот такой вот лисяра. Нелетний, ребята, лес нелетний. Ну, знаете, не мелочимся. Кусачки. Или пассатижи. Социалистические. Вот какую проушину нашел. Где? Целая. Зита тоже не спит. Зита, ты что нашла такое, а? Ботинок нашла, ну молодец. Ну-ка давай, ну, взять его. Ну, трофей у тебя. Классный трофей. Копал долго, упорно. И нож старенький. Потому что копал. Как я же тебе сказал, я нож сейчас выкопаю. Все как по заказу. Вон там еще один нож копает, Зитка. Вот еще с глубины. О, сила. Где тебя носила? С дыркой посередине, видите, да? Вот, как тесало какое-то, да? С дыркой посередине. А снег все не тает. Все. Батон. Я такой еще не находил наконечник. Класс. Красавчик, просто красавчик. Натуральный наконечник. Здорово. Цветнина. Собаку надо позвать. Да, точно. Ой, тихо. Кольцо? Не знаю, что такое. Ну, это без очков полагаю, что это... Что-то на какую-то пуговицу смахивает, да, нет? Не знаю, как обычно, так много вопросов, так мало ответов. Ну, что-то медное тут. Ну, во всяком случае. Какая-то, может, как брошка, не брошка. Можно здесь полазить. Выяснили, это брошка. А раз брошка, значит, был и камень. Как его найти теперь? Я пойду коп... Не возьмет. Вот, говорю, не научили ее. О, ребята,
Вот, ребята, почти что костыль. Знаете, где-то здесь рядом железная дорога. В общем, копаем мы в лесу. И неинтересных мест, наверное, не бывает. Здесь вот попадается каванинка хитрая, которая говорит о том, что здесь и что-то интересное может быть, судя по возрасту каванины. Будем копать. Там прошли хутор, который на картах не числится. Но рядом ручей, и все, видать, раньше там много воды было. Но там только каванина, наверное, выбита уже. А вот здесь по лесу кое-что попадается. Ну вот, пацаны. Ой, очки инеем покрылись. И я уже. Холодает, вот и до. Холодает, ребятки, вот и до. А вот я нашел. Нашел-таки. Была все каванина, каванина. Но каванина шептала. И даже вижу. Смотрите. 1878 год. Пятак. Я про сохран ничего не сказал. Плохого и хорошего в том числе. Ну, здесь повыше вообще у нас, в нашем лесу, неплохо сохраняется. Советы тебе вообще шикарно. Ладно, копаем. А вот сейчас тоже что-нибудь найдет. Вообще шикарный коп, я соскучился. Все откладывал, откладывал, откладывал. Снег выпал, потом растаял. Вот сейчас опять выпал и морозы. А это место я хотел года три посетить, как. Тоже все. Не добирался до этого места. Движухи здесь много было. Вот. Именно движение из одного села в другое. Причем оба села дальние, так скажем, друг от друга. И вот там внизу дорога. Еще вдоль дороги стоило бы походить. Но день короткий. Что нашла? Цветной? О, цветное. А пойдем глянем. Азарт, азарт. Находки не так, не так уж побы, но азарт. Те времена заканчиваются, когда деньги ломились. Что это такое? Не угадала. Правильно, чтоб я не наступил. Что ты? Где ты? Надо, чтоб еще на конце щуп был. Чтобы раз захватило. Вот прям, ага, в руках. Какая-нибудь дробина. Руку не оттягивает. В рот закинуть. Вопрос. И отмыть там. По тяжести, да? Пулю, что ли, свинцовая? Да, размазанная. Ага. Вот такие ямы мы искали. Вот они. Глубокая. Дымовая ямка. Глубокая. Ну, значит, вокруг что-то есть. Или должно быть. Или больше вероятности, что есть. Это как эти корзины вязать. Ребят, что это такое? Сюда деревяха, наверное, вставлялась.
А этой штукой что-то делали, да? Господа специалисты. Это железки еще. Саш! Идти? Это я видел, эту монету-то. Сейчас какой-нибудь кусок меди. Что-то хорошее. Ага. Какое-нибудь кольцо сейчас. Нет, не кольцо. Нет, не кольцо. Зелененькие. Да, зелененькие. 775. Какой? 75. Это что, Катя, да? Да. Все, красавица. Помоется. Угу. Дора. А давай посмотрим. Монета зеленая. Так. Блин, одену очки, не поленюсь. Так, так, так. Монета зеленая. Николай I. 1 копейка серебром. Сохран очень даже не дурной. Ну, а сейчас с вами попробуем копейку серебром. Не на камеру достал. Ага, выпало, да? Ага. Выпало. Ну, ядреныш ты. Что выпало хоть? Ага, вот она. Пуля. Пуля. Сохраня. И еще пальнуть можно. Но не копейка серебром, извините. В общем, не стали мы зиты больше снимать. Перчатки уже ледяные. Все. Руки не слушаются. Вот. Вот мои находочки. Это я говорил, чего. Это что там, серебром тоже, да? Да, 1 копейка. 1 копейка серебром. От Николая I. Тоже копейка серебром, я так думаю. Вот. Ну, особенного ничего. Поэтому я отмывать не буду, что называется, и показывать. Коп был интересный. Ну, здесь кресало у Гали. Вот это красивое. Ну и наконечник. Я все удивляюсь, что за убойная сила вот такого варианта наконечника. И что это за прибор, кто знает. Просто интересно. Ну и будет кошель. Я в заглавии не зря написал. Просто он был найден не в моем присутствии, и отснят на телефон. Тоже снят Галей, Лехой, моими напарниками. Кошелечек. Значки какие-то. Опа. Что там еще? Оп. Медаль.
Охотник какой-то. А, не, это этот, пограничник. Это корабль. Клад нашла.